Друзья, приветствую вас на своем канале. Получил такую посылочку с аукциона Walmart. Выиграл там недавно лоты. Сейчас сделаю распаковку, покажу, какие монеты я оттуда выиграл. Вот такой листик. Давайте я распакую и покажу, что я выиграл. Друзья, распаковал я монетки. Давайте я покажу, какие я получил. Вот у нас рубль Иванов. СССР. 1991 год. Так. Янис Райнс. В хорошем состоянии рубли. Надо будет только в капсулу потом приобрести. Положить все. Франциск Скорини. Так, Лев Николаевич Толстой. Еще там есть самое интересное. Сейчас сначала обзор на эти рубли сделаю. А потом получил там очень интересные монетки. Горький. Сергей Прокофьев. В ближайшее время будет обзор на эти рубли. Так, это к 175-летию Бородинского сражения. Так, Тарас Шевченко. Чайковский. Так, Лебедев. Так, Циолковский. Вот. Вторая к Бородинскому сражению монета. Мусорский. Так, Лермонтов. Надо будет потом приобрести альбом для монет СССР. Навои. И сложить их аккуратненько. Так. Чехов. Карл Маркс. Жуков. Лермонтов. Так, вот еще есть тут монеточки. Так. 80 лет Октябрьской революции, да? Так, будет в одном слабе. Это у нас 50 лет освобождения Киева от фашистских захватчиков. Слабе NGC. Proof 68 Ultra. Хорошая номерочка. Так, и вот такие две интересные монеты сейчас еще осталось. Одну секундочку, я сейчас распакую. Это 50 копеек
какой у нас? Вот 1921. Серебряная, да? Тоже в ближайшее время на все сделаю обзор. И вот еще одна монетка. Это у нас 5 рублей 2017 года. Смотрите, какая интересная монетка. Давайте так посмотрим ее. Опа. Ну что, с кем сыграть, в орел или решка? Оп. Давайте посмотрим. Вот он, гурт. Это не очень интересно, конечно. Это явно, наверное, конечно, заказуха с монетного двора. Но я себе ее приобрел, такую вот выиграл. Так что в ближайшее время сделаю обзор на все эти монетки. Спасибо, друзья, за просмотр. Всем удачи. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки или лайки. Вот такой вот наборчик я получил. Всем пока.